Первый выпускной в жизни. Выпускной из роддома, из больницы. Как этот дождик летом у нас в Израиле из окна? Доголовились. Доголовились? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Сегодня день рождения у Лярушки. И так как мы в карантине, то отмечать, конечно же, будем дома. И так как Лера настоящая маленькая леди... Кот, а ну спрыгни со стола. Так, начинается ее день с спа-процедур. Лерушка! Привет! Вся водичка ко мне. Леруш, тут у тебя пены столько. Целая куча. Как твой день рождения проходит? Хорошо. Ну, покажи-ка свое личико хотя бы. Хорошо? Да. Как тебе спа-процедуры? Тоже хорошо? Да. Отлично. Ну, давай, лепкайся. Вау, как пальчики выкручила. Ну ты скажи, сколько тебе лет? 1, 2, 3, 4. 4? 4? Ты большая. Давай 5. Эх, ты сладкая. Как вы их смогли надуть? Как мы их смогли надуть? Ротиком? Как мы их смогли надуть? Пицца в постель. Вот так веселимся около дома. Против солнца, потому что ветер. А ну ты подуй, как ты умеешь, покажи. Умеешь дуть? Вау, давай еще. Молодец, Лера большая, умеет дуть пузыри, да?
Здорово. Это было 1 и 2. Наше любимое солнышко, с днем рождения. Тебе 4 годика сегодня. Лер, как ты думаешь, что в этой коробочке? Не знаешь? Я думаю, что там мои любимые мячики. Какие мячики? Ну, не совсем. Что это? Открывай дальше. На рисунке что? Тут не нарисовано. Что это? Не видишь? Нет. Не совсем, почти, похоже. Самокат. Да. Папа потом тебя соберет и будешь кататься на самокате? Да. Здорово, да? Здесь раскрывай. Ну, пока папа соберет, мы тебе дадим маленький подарок, которым ты всегда довольна. Это уж точно. Сейчас я принесу его. Сейчас тут еще колесики. Ну, конечно, на самокате всегда колесики. Сейчас тебе даже. Тут сейчас такая штучка, чтобы покататься. Почти. Какой самокат большой? Это для больших девочек, да? Здорово! Вот тебе подарок, которым ты всегда довольна, я знаю. Возьми. Открывай. Что там, солнышко? Эй! В этом уже игрушка и шоколад! Да! Открывай. Это лучший подарок, правда? Какие там самокаты? Вот это я понимаю подарок. Ну. Папа, открой мне этот шоколад. Тогда... А кушать ты будешь его? Да, слегка. Либо открой мне, мама. Так, папа пускай откроет. Ты держи шоколад. Да буду ее кусать. Да. Показывай. Кто же там? Какой-то Мадагаскар? Надо собрать, да? Посмотрим, что там есть. А теперь ужинать может быть вначале, а потом шоколады топтать, Лерушка. Ты же лопнешь, когда все это скушаешь. Не лопнешь? Еще ведь тортик надо. Куда тортик поместится? Ну что, айом-йом улетает? Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день не похоже, почему я веселый такой. А я играю стесняшка на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, который день рождения только раз в году. Держи. Прилетит вот вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Днем рождения поздравит и, наверное, оставит нам подарок 500 эскимо. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Загадывай желание, солнышко. Не забудь загадать желание. Загадала? Ты загадала желание? Ну все, тогда дуй свечки. Сильно! Молодец, задула все свечечки. С днем рождения, маленькая. Солнышко. Все, будем поедать торт. Солнышко. Вот в этом плюс карантина. Торт можем стоптать сами. Вот так. Леруша будет кушать торт? Да. Еще. Ну тогда приятного нам аппетита. Богу держи, живи не тужи. Жалко, что не каждый вечер такая жизнь. Так мало держись, папа дрожи. Девочка, конечно, рада, что на ней крутые штаны. Девочку щекочут взгляды те, что пониже спины. Девочка глядит устала, ей как будто все равно. Молодость она испытала, все уже давно-давно. Вот она жизнь.
жизнь. Решал ты, что не каждый вечер такая жизнь. Мама, держись, папа, дрожи. Если будет каждый вечер такая жизнь, дыма сигарет клубится, так что может вешать топор. Через трубочку струится бестолковый разговор. Девочку стоя под шумом, ей от дыма о косе. Что-нибудь решать и думать, отлучается совсем. Вот это жизнь, живи не тужи. Жалко, что не каждый вечер такая жизнь. Мама, держись, папа, дрожи. Только мама еще держится. Да, если каждый будет вечер такая жизнь. Мама, держись, папа, дрожи. Если каждый будет вечер такая жизнь. Спасибо. Эту песню я услышал еще лет, когда мне самому было лет 15. Ее играли в классе. Далекие твои годы. Да. Влад по прозвищу можно сказать. Ага. По прозвищу Елда. И Коля Луковкин по прозвищу Залупа. Да. С Залупой мы хотели встретиться в Москве, но тогда что-то он нас продинал. Леруша. Мама, папа, держись. Такая. Мама, держись. В карантине, бля. Папа, дрожи. Аляби, алямур, ану не ажлушу. В доме француз завелся. Аляфан. Эй, ты, коронавирус. Аляфан, кевендра, эйдура, сабира, кесура, аляфуа. Попалась. Не ожидала. Амуа. Я его попросила просто сыграть мелодию. Нет, ему хочется петь. Лер, потанцуй хотя бы ты. Покружись шариком. Так, выучите текст, пожалуйста. Аляви, аляму, ану дю, ану жу, а летер де лё тур де ла шансе. Аля фанки вендрак, эй дуре сэмлирак, кисара, аля фуату амуа. Вот это другое дело! Аноню анужур, алятер не дотур де на шансе. Аляры фангендра, кинуре сэмбира, кисура аля куату аля муа. Карантин.